сразу как заходим, нужно продезинфицировать руки, а дальше уже шагаем, одеваем перчатки, раздеваемся. А здесь у нас много напитков разных. Все это можно брать с собой, пить и делиться с друзьями. Это кофейные аппараты, кофемашины, но также много очень китайского чая, причем очень вкусного и качественного. Каждый участник, каждый человек питается индивидуально, отдельно, чтобы его микробы, его углекислый газ не попадал на других участников. Для каждого выделяют поднос. Здесь можно дополнительно взять перчатки, спиртовые салфетки и также обработать руки. Маски можно снимать исключительно только когда кушаешь, вот, и когда ты ограничен, и когда находишься в комнате с сокомандником вдвоем, либо троем, как вы проживаете. Болейте за нас, за нашу страну и следите за олимпийскими буднями.